Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 апреля, день Лидии. Святая мученица Лидия прославилась тем, что вместе с мужем и детьми была христианкой. Они были схвачены и подвергнуты пыткам. Ночью ангел в темнице укрепил их в решимости стоять за веру. Их бросили в медный котел, где кипело масло вместе с серою. Когда они были брошены, котел тотчас же охладился. Видя это, их мучители уверовали в Христа. Услышав об этом, император сам приехал и велел 7 дней топить котел. Но когда их бросили, он потух вновь. Этот день использовали для генеральной уборки в своем хозяйстве. В связи с этим была масса пословиц. Домок невелик, а присесть не велить. Без присмотру одни муравьи плодятся. Дом хозяином велик. Вытряхивали постели, меняли солому в матрасах. На стол мяты мыли лавки, полы и столы. Так выгоняли из изб притаившуюся нечисть. Белили печи. Это тоже позволяло выгнать непрошенных гостей. Заваривали и пили мятный чай. Это для здоровья всей семьи. В саду начинали сажать плодовые деревья. Ухаживать за посаженными. Сегодня обходили все источники, очищали их и приговаривали. Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний. Приметы. Теплый день, но ночью случились заморозки, в апреле будет хорошая погода. Если сегодня пить мятный чай, вся семья будет здоровой в течение года. Если сегодня первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел, холодному лету. Ночью сегодня видно ясное небо со звездами, утром будут заморозки. Если дворовые птицы выщипывают у себя перья, это к несчастью в доме. Тридцатые лунные сутки. Эти лунные сутки бывают не в каждом лунном месяце. Их значение аналогично 29-м лунным суткам. Ничего нового не начинайте, а заканчивайте и подводите итоги прошедшего лунного месяца. Важно отдать долги, чтобы в новый месяц вступить ничем не обремененным. Питание сегодня должно быть легким, но плотным. Голодать не надо. Если имеется склонность к отекам, сократите количество выпиваемой жидкости и соленой пищи. Физической нагрузки ограничьтесь утренней зарядкой и пешеходной прогулкой. Сейчас не время тратить энергию. Хорошо сегодня почистить жилище с помощью благовоний и святой воды. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобно светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во всем. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и гайморовые пазухи.